В инстаграм-блоге авиационной тематики Fighterbama опубликовано видео полета фронтового бомбардировщика Су-24. Пользователи задаются вопросом, почему на хвосте самолета рядом с надписью ВВС России неуставная сероватая звезда в сером круге. Среди версий появления этого опознавательного знака на самолете, вероятно, участвующем в контртеррористической операции в Сирии, популярна версия о сознательном уменьшении контрастности звезд на бомбардировщике. Аналогичная ситуация и на крыльях самолета, те же низкоконтрастные звезды в серых кругах. Кстати, в кругах ВВС, ВКС, РФ заходил спор о том, насколько актуально сегодня использование красных звезд на самолетах, участвующих в боевых операциях. Спор идет до сих пор. Единого мнения, конечно же, не существует. По поводу публикации в блоге, высказывается версия о том, что красные звезды в хвостовой части и на крыльях самолета могли потерять алый цвет из-за воздействия солнца, сильного просоленного ветра с моря и так называемого пустынной пескоструйки. Ранее в СМИ сообщали, что на Хмеймиме ведутся работы по созданию специальных защитных ангаров для самолетов, в том числе способных защитить самолеты от упомянутых климатических факторов. Если сравнивать видео, представленное в блоге, с кадрами российских бомбардировщиков непосредственно на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, то видно, что на самолетах красные звезды остаются красными, и никаких кругов на хвосте и крыльях нет. Однако нужно отметить, что фото с Хмеймима, публикуемые на сайте Минобороны РФ, не являются свежими. Среди версий пользователей есть и такая: возможно, самолет был передан, например, ВВС США, и работа по смене ОС пока не доведена до конца.